Лилейники – корневищные травянистые многолетники с мочковатыми мясистыми корнями. Мечевидно изогнутые листья образуют плотные кусты. Цветки по форме похожи на цветки лилий. Крупные, чаще воронковидные, шестираздельные, с небольшой трубкой, собраны по 2-10 в раскидистые соцветия. Каждый цветок живет один день, но множество цветков на взрослом растении обеспечивают длительное цветение. В пасмурную прохладную погоду цветки живут до 6 дней. Общая продолжительность цветения куста – 25 и более дней. Лилейник – один из самых малотребовательных многолетников. Зимостоек, засухоустойчив, жизнестоек. Сохраняет декоративность с весны до глубокой осени. На зиму можно не обрезать, лишь подсыпать к кустам торфокомпост. На одном месте может расти очень долго, образуя крупные, широкие кусты. Место расположения предпочитают открытые, хорошо освещенные участки. Могут выносить небольшое затенение, но цветение при этом менее обильное. Почва подходит глинистая, с добавлением перегноя. Цветение – июнь-август. Использование. Лилейники находят самое широкое применение. Солитерные посадки среди газона, около водоема. Групповые посадки с различными многолетниками. Эффект на лилейники различных сортов в одной группе, подобранные по высоте и срокам цветения. Подходят для срезки. Айт-твистер, высота растения 75 см. Цветок кремово-лавандовый, со средним фиолетовым глазком и салатово-желтым центром. Диаметр цветка 19 см, лепестки отогнуты вниз. Лилейник гибридный, айт-твистер – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Лилейник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для глинистых почв. По типу ствола лилейник гибридный айт-твистер можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания лилейники прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает лилейник гибридный айт-твистер в месяц июнь-август. Цветы имеют сильный аромат. Интересные цветы лилейник могут быть до 12 см. Лист этого прекрасного растения по форме мечевидный. Обратите внимание, что лилейник гибридный айт-твистер – самоопыляемый обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.